Здравствуйте, компания OMZAP. Сегодня к нам приехал такой автомобиль Санта-Фе, дизельный, 2013 года. Будем делать ТО, меняем вот масла, фильтра. Еще сделали диагностику ходовой, нашли неисправности такого типа, как наконечник, тяга рулевая. Сайлентблоки передних рычагов. Уже рычаг я снял один. Сейчас будем выпрессовывать. Устанавливать новые. Ну вот мы закончили установку сайлентблоков, все новое, все хорошо встало на своих местах. Сейчас будем приступать к установке рычагов. Смотрите, вот это уже стояло не оригинальное, а круглое. Здесь даже для ключа нету ни прорезей, только газовым ключом ее затягивают. Или от руки. Вот это новое оригинальное. Здесь уже есть прорези. В длине тоже разница. Ну вот и подошел к концу наш ремонт с этим автомобилем. Заменили масло, фильтра топливный, воздушный. Установили рычаги, наконечник. Отрегулировали схождение,
все сейчас в норме, с автомобилем все хорошо. Если вам понравилось наше видео с этим автомобилем, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, давайте их в комментариях. Пишите комментарии. Всем пока!